Доброе утро! Сегодня понедельник, 30 сентября, и мы рассматриваем с вами гороскоп на неделю для всех знаков зодиака с 30 сентября по 6 октября. Для Овнов сейчас можно браться за новые дела, но только в том случае, если вы совершенно уверены, что они вам по силам. Воздержитесь от оправдывающих шагов, поступков, проявляйте инициативу только в том случае, если это совершенно необходимо, не торопитесь с любовными признаниями. Вторую половину недели постарайтесь провести спокойно. Вам необходимо восстановить силы. Для тельцов. Для успеха вам не хватает лишь одного – уверенности в своих силах. Как только вы ее обнаружите, важной победы не заставит себя ждать. Возможны приятные встречи, интересные знакомства. Вы производите хорошее впечатление на людей, которые хотите понравиться. Если начнутся романтические отношения, складываться они будут гармонично и ровно, принеся много радости. Близнецы, сможете добиться многого на этой неделе, если не будете лениться. Стоит сделать над собой только усилие, приняться за дела пораньше. Середина недели – отличное время для покупок, в том числе и крупных. Но на прогулку по магазинам стоит отправиться в одиночестве, чтобы никто не мешал вам сделать правильный выбор. Раки. Отсутствие перемен станет причиной для некоторых и некоторого упадка сил. Часто свои задумки вы будете осуществлять как бы по принуждению, не без доли вдохновения. Хотя в вашем лице всегда можно найти приятного собеседника, хорошего друга, но вот о чувствах говорить не стоит на этой неделе. В личной жизни все будет слишком скучновато. Высокая вероятность, что перед львами замаячит перспектива быстрого карьерного роста или больших денег. Сейчас у вас появится возможность добиться достаточно больших успехов в делах бизнеса, стоит только проявить осмотрительность и рассудительность. Многие преграды и трудности для дев удастся преодолеть благодаря настойчивости. Поэтому, если в первой половине недели что-то идет не так, не сдавайтесь, не отказывайтесь от задуманного. Будет много мелких дел, но это не помешает приступить к реализации какого-нибудь масштабного замысла, начать воплощать в жизнь грандиозные планы. Весам на предстоящей неделе любой спор может перерасти в сведение счетов. Ситуация в семье тоже может быть довольно напряженной. Приложите все усилия, чтобы избежать разногласий с родителями, детьми и любимым человеком. В этот период вам трудно будет избежать срочных незапланированных расходов. Для скорпионов это будет спокойный и плодотворный период. Сосредоточьтесь на важном, вы можете добиться многого. Главное не позволить никому отвлекать вас и не сбивать с верного пути. Возможно, мелкие разногласия с коллегами и руководством. Но вы сможете доказать свою правоту, и в результате ваши позиции станут более привлечными. Для стрельцов вам стоит следить за своими вещами, деньгами, документами. Есть риск потерять что-то важное или стать жертвой мелкой кражи. Работы будет больше, чем обычно. Не исключено, что придется трудиться сверхурочно, пожертвовав ради этого запланированными развлечениями и приятными встречами. Козерогам не исключено, что потребуется помощь в решении старых проблем, в том числе. В этом случае вам стоит обратиться к родственникам или друзьям. В то же время вы сможете проявить свои лучшие качества, изменить отношение к себе окружающих. Купленный вами к обеду торт или нерядовая идея для вашего руководителя сделают свое дело. Для водолеев нужно постараться воспользоваться этим временем максимально эффективно. Вы принимаете правильное решение, прислушиваетесь к своей интуиции, когда это необходимо. Очень плохо. Не всем представителям знака удастся справиться со своей ленью. И многие представители знака откладывают дела на потом, не задумываясь о том, что ситуация может измениться, причем не в лучшую сторону. Рыбам сейчас нужно действовать, а не ждать у моря погоды, даже если вам кажется, что для новых впечатлений это не самый подходящий период. Не бойтесь перетрудиться, у вас достаточно жизненной энергии для того, чтобы довести начатое дело до конца. Возможны денежные поступления и выгодные сделки.